Петропавловские пожарные спасли из горящего общежития 5 человек, в том числе 1 ребенка. Еще 150 человек эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло на 5-м этаже здания в одной из комнат. Сейчас устанавливается, что стало причиной пожара и каков нанесенный ущерб. Была угроза взрыва газового баллона. Сразу же его вынесли на безопасное расстояние и приступили к тушению пожара незамедлительно. Площадь пожара у нас составила 17 квадратных метров.